Устанавливаем компотер на macOS через терминал. Для того, чтобы нам установить компотер, нам нужно перейти на официальный сайт компотера, перейти в раздел Download и скопировать первую строчку. Вставить ее. Установочно скопировали, теперь копируем вторую строчку. Вставляем ее в терминал. Мы проверяем установочник. И теперь мы запустим установку. Копируем третью строчку и вставляем ее. Все, установка пошла. Так. И теперь мы удаляем файл с установочником. Копируем четвертую строчку, вставляем. Все. Файл удалился. Теперь нам перейти нужно в раздел Globally и скопировать вот эту вот строчку. Она нам позволит запускать композер без sudo. Давайте копируем ее. Находим терминал, вставляем. Нажимаем Enter. Ну и давайте попробуем теперь запустить наш композер. Прописываем композер и нажимаем Enter. Ну вот, мы установили композер на наш компьютер. Здесь много команд. Как подключить композер и как им пользоваться, смотрите в других видео. Надеюсь, они выйдут на днях. Всем спасибо за просмотр.